то время как расширение приложения для отслеживания использования принудительного труда уйгуров, разработанное для сканера Google, внезапно вызвало много плохих комментариев и реакций в последние дни, было подтверждено, что это спланированная атака. Согласно информации, специальное расширение для мониторинга принудительного труда уйгуров, подготовленное Фондом прав человека Международной правозащитной организации для интернет-браузера Google, будет предупреждать людей при покупке товаров в интернете у компаний, которые используют принудительный труд. Согласно исследованию, атака на расширение в основном проводилась через поддельные аккаунты с плохим английским языком, профилями мультяшных персонажей и бессмысленными именами, и, по-видимому, атака была осуществлена троллями из Китая. Вчера перед судом предстали двое турок-уйгуров, обвиняемых в связи со взрывом бомбы в индуистском храме Эраван, столице Таиланда, Бангкоке, 17 августа 2015 года. Вчера на слушаниях присутствовали уйгурские турки Адем Карадаг и Юсуф Мейриали, которые отрицали обвинения во взрыве. После того, как они появились в суде в инвалидном кресле, когда их судебный процесс возобновился во вторник, один из двух уйгуров сказал, что его 8-летний тюремный срок сказался на его здоровье. «Я увидел, что мой вес снизился с 57 до 40 килограммов, потому что в тюрьме у меня нет халяльной еды», – сказал обвиняемый в интервью Benar News онлайн-новостному изданию, связанного с РФА, через переводчика в здании суда. Правозащитник, помогающий уйгурам, выразил обеспокоенность состоянием здоровья подсудимых. Сообщается, что отчет американского технологического гиганта Microsoft нацелен на десятки правительственных учреждений на Тайване с целью шпионажа хакерской группы, подозреваемой в связях с Китаем. Хакерская группа, подпитываемая режимом Коммунистической партии Китая и известная как «Ледяной тайфун», по состоянию на середину 2021 года нацелена на правительственные учреждения Тайваня, ключевые производственные сектора и организации информационных технологий, похищая все большее количество данных, сообщил 25 августа «Голос Америки». Министр торговли США Джина Раймондо встретилась со своим китайским коллегой Ван Винтао во время своего визита в Китай. В своем выступлении перед встречей Раймондо дала понять, что стратегия Вашингтона в отношении промышленного производства, которое опирается на дешевую рабочую силу за рубежом, особенно в Китае, изменится, сказав: «Мы делаем все возможное, чтобы защитить американского рабочего при любых обстоятельствах». Подчеркнув, что шаги, предпринимаемые правительством во главе с президентом США Джо Байденом для укрепления американской экономики, не пытаются помешать экономическому развитию Китая, Раймондо сказала: «Нет места для компромиссов и переговоров по вопросам национальной безопасности. Но, как вы отметили, большая часть наших торговых и инвестиционных отношений не связана с проблемами национальной безопасности. Мы полны решимости развивать торговлю и инвестиции в этих областях таким образом, чтобы это приносило пользу обеим странам». Индийский космический аппарат «Чандраян-3» обнаружил различные элементы на южном полюсе Луны и подтвердил наличие серы. В заявлении сообщается, что космический корабль обнаружил элементы алюминия, кальция, хрома, титана, марганца, кислорода и кремния, а также четко подтверждается наличие серы. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что призыв к молитве может быть сделан таким образом, чтобы его можно было услышать снаружи в пятницу и во время ифтара в Рамадан. На встрече, на которой присутствовали представители различных ассоциаций, мечетей и мусульманских фондов, Адамс сказал участникам: «Вы можете свободно исповедовать свою веру в Нью-Йорке. Я горжусь тем, что сегодня мы наконец-то сделали это».